пришла. И самое время украсить свои окна невероятной коллекцией. Обратите внимание, легкое, эффектное убранство для вашего окна перед Пасхой. Мы уже готовимся и дарим друг другу уже готовое решение на окно. Когда наши хозяюшки приобретают и преображают свой интерьер. Как его преобразить сегодня, расскажет главный эксперт рубрики «Дом» Юлия Колосова. И сделает, Леночка, с большим удовольствием. Обязательно. Здравствуй, дорогая. Очень хорошими эмоциями наполнен сегодняшний день. И, конечно, я приветствую всю нашу большую аудиторию. Мы сегодня работаем с одним из лучших российских брендов, который представляет свою, я не побоюсь этого слова, ювелирную коллекцию. Эксклюзивный фоторисунок на прочном габардине. Рисунок непростой, а со значением для каждой женщины. Будто вы из своей драгоценной шкатулки достали роскошную инкрустированную брошь и нанесен этот богатый рисунок на одну из самых лучших тканей. Мы видим как раз вот сейчас очень крупно вот это диагональное плетение габардина, которое я так люблю. Его придумал когда-то Томас Бёрбери и запатентовал. И эта ткань самая прочная, самая крепкая. Она идеально подходит для весны, потому что пропускает хорошо воздух. В вашей комнате будет свежо, причем в любой комнате ткань имеет изюминку. Она универсальна. Если это спальня, она хорошо рассеивает и закрывает солнечный свет. Если это кухня, она идеально отстирывается. И это для практичных хозяев хорошая информация. А если это ваша гостиная, это неповторимая эстетика эксклюзивного рисунка. Брошь, уходящая куда-то в небо, в потолок, увеличивающая нам высоту потолков. Роскошная картинка. Мы будем с вами еще и вешать легко эти портьеры. Сэкономим. Потому что шторная лента уже пришита. А значит, вы повесите и на крючочки, и на крокодильчики, и задрапируете под размер вашего окна, так, как вам нужно, не переплачивая мастерам. Самое главное, что сегодня это предложение уже готовое, мои хорошие. Тюль в подарок, при том, что вы приобретаете сегодня комплект штор, то есть две портьеры и тюль в подарок. Для вас специально лучшая цена 2499 рублей. Просто необыкновенно, знаешь, когда ты уже все подобрала для нас, и нам не нужно задумываться, мы просто звоним и выбираем. У нас, кстати, три цвета сезона самых модных. Мне очень нравится бежевый цвет, он такой молочный, да, даже дымка такая присутствует. Такой романтичный, спокойный, освежающий. Это был теплый оттенок, а сиреневый цвет выполнен в прохладе. Роскошный оттенок мувелин от английского химика Генри Перкина. Этот цвет поражает дизайнеров всего мира. Цвет гармонии, творчества и созидательной энергии. В такой комнате приятно отдыхать, будет увеличиваться пространство вашей комнаты. И, конечно же, будет больше объема, что сейчас весной очень хочется. Слушай, больше света. Это правда, знаешь, хочется больше света, больше дыхания, вот такой красоты. Конечно, этот цвет коричневый. И, конечно же, тюль подарок, не забывайте об этом. Тем более, что главное, мои хорошие, я вижу, что это наш бестселлер. Еще в 2020 году уже 10 тысяч новых телезрителей сделали заказы готового решения. Преобразите свой интерьер, закройте старое окно, может быть, старую лоджию или что-то измените у себя в доме, потому что это настроение сегодня еще и от бренда. Я вам советую делать заказы как можно быстрее. Юлечка, подскажи, пожалуйста, это брендовое предложение. Скажи буквально пару слов, потому что это приятно. Это очень приятно. Конечно, это специальная люксовая весенняя коллекция бренда Tamitex. Это наша российская компания, которая выполняет свои шедевры, не побоюсь этого слова, арт-объект у нас буквально на окне, на современном оборудовании, что позволяет делать высококачественную печать, которая не выцветает до 10-15 лет. Это хорошая инвестиция в комфорт. Конечно же, вся продукция сертифицирована таможенным союзом, и все на высоком европейском уровне. Мне безумно нравится эта коллекция и по ткани, и по рисунку. Твои впечатления, Лен? Мне очень нравится. Ты знаешь, я всегда... ассоциации у меня, да, я всегда работаю так. Ассоциациями, я обожаю рубрику украшений, вот у меня есть такой ларец, шкатулка с украшениями, которая досталась от любимой бабушки, знаете, когда я первый раз зашла в рубрику «Дом» к Юлии Колосовой, они как раз представляли это предложение, я прям ощутила, думаю, надо же, как будто я перебираю эти украшения, брошь, я ее примеряю, она мне нравится, она ручной работы, и ты знаешь, что эта брошь у тебя у одной, то есть ты знаешь, что такое окно будет у тебя одной, ты будешь
будешь гордиться, всем подружкам еще и разошлешь фотографии. Очень интересная ассоциация, действительно очень похожа на брошь. Такую дорогую, фарфоровую, лакированную, с жемчужинками. Вот просто буквально в руку ее хочется взять, насколько реалистично выполнен рисунок. Инкрустация идет, но он для кого-то бриллиантами, может быть, дорогим граненым хрусталем. Эффектно, необычно. Конечно, комнату получится преобразить с особым таким ювелирным шиком. Этого и добивались вот благодаря такому приему художники бренда Tamitex. Я уверена, что у них очень хорошо получилось. Вы знаете, что еще? Очень важно, ведь рисунок очень акцентный, да, большой, красивый, на всю стену. Поэтому очень хорошо, что именно так. Он будет хорошо сочетаться с любыми рисунками на обоях. Вот я понимаю прекрасно, что аудитория огромная, у всех свои дизайны, свое оформление, да. Но именно крупный рисунок берет на себя внимание, оформляя нам, ну, невероятно красиво окно под любые обои. И можно еще поменять такие портьеры местами. И тогда получается, будто бы вот эта красивая брошь сходится в веночек, а если поменять местами, будто бы расходится в букет. То есть немножко можно побыть дизайнером для себя. Мне нравится. Знаешь, я обожаю переставлять мебель, я обожаю, что вот такое решение, да, трансформер, оно тебе понравится и будет что-то новое. Уже новинка, уже готовое решение именно для вас, любимые. Тюль подарок. Один единственный день. Юлечка, но у меня вопрос. Как мы сейчас работаем с материалом? То есть подойдет ли этот набор к летнему сезону? Все-таки солнышко яркое, часто бывает выгорает. Вот эти все нюансы. Расскажи. Идеально подойдет именно на летний сезон. Мы видим, габардин когда-то запатентовал его. Томас Бёрбери, это было его изобретение. Это было в 19 веке, а чуть ранее, на 2 века раньше, в 17 веке, слово габардин придумал Шекспир. Означало оно габа, плотная ткань, накидки из такой ткани носили-то в то время, да. И эта ткань действительно удачна для сезона. Она пыль не скапливает на себе, она воздух пропускает очень хорошо. Рисунок на ней замечательно держится. Ткань отлично отстирывается, сложные пятна с нее выводить легко. Поэтому я иногда для столовых пространств рекомендую. Да, она очень-очень прочная, зацепить ее невозможно. Можно просто стихи, оды, песни слагать про габардин. Самый удачный материал на сегодняшний день. Здорово, что этот эксклюзивный рисунок именно на габардине. Это будет здорово. Это будет здорово, причем неважно, где вы живете, да, я понимаю, в квартире, дачный дом, да. Может быть, дача, неважно, какая комната. Это безумно красиво. Еще Юлия Колосова сказала, что сегодня еще и универсальное крепление. Тюль-подарок. Удивительное предложение, безупречный вкус только для вас. Один единственный день. Фантастика, мы выбрали, выбирайте. И вы с удовольствием.